Рубрика «Бой на мастер», да? Мама ми. Охренеть. Успел, 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 успел. Не очень-то и много вниз едет, я вам так скажу. Здесь будет этот классический ЛТ-вод на гору? Не понял. ЛТ-вода забыли выгулить. А, фига, что задумал. Мое уважение. А, так они все-таки заехали наверх. Чуть не так всрато это делают, поздно очень. Допустим. Светится от ЕЛСИшки, которая стоит тут. Вообще, как интересная позиция. Это куст или дерево поваленное? Это куст. Здесь куст был? Почему я его не помню? Никогда этот куст не замечал. Странно. Перш, ты дурак? Ник в Рейнбоу нельзя спрятаться? Нет, только в ангаре. Перш, ты куда? Да ё-моё. Это обидно было. Я думал, сейчас по двоим кину тут. Я думал, здесь еще перш будет с ним тереться. Думал, сейчас по двоим как кину, он 1000 урона в сумме. А что такое? Что это вы здесь делаете? Такое интересное втроем. Танкосеки. По-моему, я засрал шот. Нет, идеально. Я думал, что я не успею дать 2.6 типа упреждения, было большое довольно. Но Крайслер, видимо, очень долго ехал, либо сейчас остановился. А, счет 2-4. Это идеально. Это бой на мастера будет, если это все так будет продолжаться. Главное, чтобы враги вот здесь не поехали в атаку. То есть, чем дольше они там мнут яйца на центре, тем лучше. А ехать в атаку страшно, потому что отсюда откидают, отсюда. Короче, прям сплошные плюсы, по-моему, пока что. Да ёпа. Так, мне кто-то натирал недавно, что стримерам подкручивают. Где этот человек в чате? Пусть мне расскажет про то, как снаряды летят у стримеров и так далее. У тебя на летней карте... Они же различаются еще по сезонам. Наверное, реально у меня... не хватил... Я понял. Ты прав. Сейчас зайдем в ангар, проверим еще раз. Я понял, в чем проблема, да. Эрнест, сейчас все перепроверим. Я же совсем... Я постоянно забываю то, что здесь наклейка, она только на один вид карт. А не на все три там. Блин, жаль не прямой в защитника, конечно. Было прямой в защитника, добил бы Сеску. Так, арту у них убили, хорошо. Это реально бой на мастера, я серьезно говорю. Это долгий бой, где все стоят тупят, и я просто по КД стреляю. Но один только минус у этого боя, он с 8 уровнями. Это не очень много опыта. Мои личные донатеры, твоя фраза. В тот день Ангелина тебя с днем рождения поздравила. Кстати, а ты ее вчера поздравил? Я ее вчера поздравил, лжепавлик. Но я не смог ее зарейдить, потому что когда она делала стрим в честь дня рождения, я спал.
Вот в этом проблема. То есть я вчера ее поздравил лично, но... как бы хорошим тоном является все-таки... попросить зрителей зайти и поздравить тоже. Ну вот, но я этого не сделал вчера. Дружище, то, что ты к трупу подожмешься, это наоборот еще хуже будет. Я просто попаду в труп и убью тебя. Танкисты, танкисты. Ладно, идем дальше. У меня еще 7 выстрелов, в принципе, это можно реально мастера взять. Рубрика «Бой на мастер», да? Рубрика «Бой на мастер», реально. Так, ЛТ-вода целить смысла ноль, потому что нету источников засвета для ЛТ-вода. То есть его некому светить. Это самоубийца. Стоп, кого убили? ИС-М умер. От Скорпиона. Скорпион там все стоит, окей. Кто может тогда засветиться у нас из врагов? Супер-перш? Бизон засветился? Что? Не понял. Как? Он ехал вот тут и засветился. Понизу, вот здесь по яме, сука. Здесь супер-перш стоит, что ли, в кусту? Получается. Почему не стрельнул тогда? Либо увидел ЛТХ с горы, но... Насколько она должна была сильно свеситься, чтобы засветить танк вот тут, который едет? Что-то из разряда нереального, по-моему. Да, там в натуре супер-перш. Бизон. А он мог отсюда его засветить или нет, кстати, вопрос. А может быть, он оттуда светил? Бизон, дружище, что ты... Ну ладно, пусть едет, раз уж начал. Слушайте, а может это реально гениальное решение? Может он реально прав? Может Бизон реально прав? Он даже не светится. Так что, в общем-то... Он остановился? Он остановился? Остановил ты остановился, чувак? Ты страх потерял? Так, ну, ЛТ-вода мы игнорируем. Нас интересует скорб, наверное. Да? Той же еще нас может интересовать. Явка, да? Я охерел то, что ЛТ-вод вот тут остановился. Это нужно быть реально либо отбитым, либо черт знает кем вообще. Да, супер-перш там был, где я и сказал. Сейчас Скорпион... Если Скорпион сзади выкатится, его должна ПТХ прикрыть. Единственная проблема сейчас это супер-перш, я считаю. Но... Он сейчас, наверное, Сухи зайдет в спину, бачат. Вот это будет геморройно, очень. Я ничего не могу сделать с супер-першом, к сожалению. Просто элементарно не могу. Или могу добрать шотного. Мама мия. Допустим. Где бачат? Должен будет ко мне приехать, либо к Сушке, вот он. Сушка с дыркой в жопе. Эвка, да? Он не пробил ее в борт. Блин, если бы Сушка чуть-чуть повернулась бы влево, у нее бы борт был бы повернут под угол хороший. Ё-моё. Она могла выжить. Охренеть. Охренеть. Просто охренеть. И это еще при том, что за мной сейчас бачат может приехать. Понимаете? За мной еще крыса сейчас ЛТ-водская может приехать. В теории. Он в меня целится, по-моему, да?
Да, бача... мне кажется, Скорпион в меня целится. Он хочет блайнда меня убить. Вы осознаете то, что у врагов еще фуловый борщ есть? Вы понимаете это? метров я должен бачата увидеть, по идее. Ёп, там гений играет на ЛТ. Там реально гений играет. Там реально какой-то профессор Мариарти сидит. Чё, стоим, ждем. У меня слишком хорошая позиция, не хочу никуда уезжать. Ну, шанс очень высокий, что он тут высунется. Успел, 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 успел. Прячемся за камень дальше. Ну, сейчас должен будет еще раз выстрелить, и я уеду отсюда. Стреляю еще раз. Ждем его выстрела. Я же говорил, это идеальная позиция, это супер хорошее место. ВЗХ проигрывает, или мне кажется? Вытаскивай на арту. Справедливое замечание, но делать он этого, конечно же, не будет. Борщ его не пробил. Мамма мия, 5 фрагов. 5 фрагов, 3000 урона. Если это не мастер, то первая степень. Если это были бы девятки, это был бы точно мастер. Но это восьмерки. И это Фадин, кстати. И это Фадин. Первый мастер. Сюда. Сюда, мастерос. 1180. Сайт левши не врет, кстати. Реально. 1150 опыта. Или 1170 нужно было, что-то такое. Первый мастерос на месте.